Всем привет! Вы на канале Цветоводы всех стран. Объединяйтесь. Меня зовут Юлия. И сегодня я опять приглашаю вас к себе на огород, чтобы посмотреть, что же может вырасти из картофельных очистков. Вы знаете, что я активно у себя использую картофельные очистки как удобрение. И всю зиму высушиваю их и заготавливаю в баночки. Но и свежие тоже собираю за неделю, привожу и закапываю. Но иногда получаются вот такие конфузы. В самом неподходящем месте может начать расти у вас картофель. Вот, конечно, на эту высокую грядку я не собиралась сажать картошку. Ну и некрасиво, и копать неудобно. Да, потом, ну, уж поверьте мне, что это получилось совершенно случайно, потому что я по весне решила удобрить и закопал сюда хорошую порцию картофельных очистков. Но она начала прорастать, и я решила оставить и посмотреть, что же может вырасти из, не из картошки, а именно из картофельных очистков. Ну вот сейчас уже она, видите, начинает портится, пятнышки какие-то появляются, мне не нравится. И да и перчику солнышко мало, поэтому будем убирать и посмотрим. Очень интересно, что же там у нас есть. Сейчас я передам Полине камеру и сама буду пытаться покопать. Держи, Полинка. Итак, приступаем. Начнем края. Ну вот такая малышня. Посмотрите, приблизь, Полин. Красота, а не картошка. Вот. О, еще одна хорошенькая. Вот, посмотрите, вот что было закопано. Вот, чтобы вы не сомневались, что были закопаны картофельные очистки. Видно, да, корзинку? Угу. Палишь. Вот еще. Ну, конечно, в основном это мелочь пузатая, но все равно что-то, да, о, берешь в руки, маешь вещь. Вот сколько червячков. Идем поближе сюда. Следующее гнездышко.
видите, очисточки. Ой, а тут посмотри, Полин, посмотри, какая. О, отличная, смотрите. Супер. О, красота, Полин. Да. Хорошая картошка, будешь такую кушать? Отлично, конечно. Ой, посмотрите, сколько мурашей. О, еще. О, какая красота. На ужин накопали. Ну все, вроде урожай весь собрали, но я считаю, что из очистков это просто шикарный результат. Вот такое чудо. Еще в нескольких местах у меня я оставила проросшие вот эти очистки. Еще там соберем. Но сегодня вот сварить селедочкой. Может быть, пойду в лес и грибочков насобираю, и будет супер ужин из ничего, из бросового материала, который все выбрасывают, ну или в лучшем случае их кладут в компост. На все желаю вам хороших и радостных результатов в экспериментах, которые, если вы проводите их у себя на участках, и, конечно, мир ваши дома. Пока-пока.